Приветствую вас, друзья, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Звездная история. Сквозь горизонт». Ну что же, поехали! Так, здесь, ребят, не забываем, очень много концовок, и это своего рода визуальная новелка, только намного круче. Продолжаем наше путешествие. Ага, вот сюда мы добрались. Ты увидел незнакомого инопланетянина, который сидел на возвышенности. Он прокричал тебе на сломанном диалекте: «Эй, не подходи, это ловушка, Земля двигается, она сожрет тебя!» Хорошо, выборы ответов, ребята, у нас. Идти вперед к незнакомцу, игнорируя его предупреждение. Как только ты совершил первый шаг, земля начала дрожать, и полумертвые песчаные креветки стали вылазить из-под земли. «Моя говорила тебе, глупый человек, ты услышал голос инопланетянина». Понятно. Неужели... Да. Стычка. Но, в принципе, ребята, это лашпены для меня. Вы прекрасно это знаете, помните. Сейчас я его просто-напросто накажу. Ах ты, гад. Плюется еще. Так, что у меня есть? Бластер пока в откате. Давайте здесь. Вот так вот. Сгорит сейчас, ребята, сгорит. Я вам точно говорю. Можно, в принципе, было бы и подхилиться. Все. Крышка ему. Хе-хе. Вот так вот, победа. Продолжаем наше путешествие. Ты сразился с зомби-креветкой и добрался до камня, на котором сидел незнакомец. Теперь тебе нужно было вырваться и забрать незнакомца с собой. Так. Давайте вот это возьмем с вами. Опять, что ли? Ё-моё. Блин, здоровья-то у меня маловато будет. Наверное, нам придется все-таки, ребята, отхиливаться. Если выживем, конечно же. Так-так-так-так. Давай, более утоляющие. Оп, маленько подкрепились. Ну что, еще разок бомбанем. И я думаю, что на этом все. Ему крышка. Готов. Хе-хе, Салабон. Зомби-креветка, а. С каким-то помойным ведром на голове. Так, чертеж пистолета мы с вами обнаружили. Заповского причем. И медь. Ты спас незнакомца. Он был очень благодарен и отдал тебе часть своих пожитков. Спасибо тебе, незнакомец. Ребята, вся вот эта вот ситуация, все зависит от того, что мы с вами будем делать. Группа креветок вынюхала твое местоположение. Похоже, их привлекли твои гаджеты. Ха, ну пошли прочь. Но, как видим, они никуда не пошли. Решили все-таки со мной драться. Я не знаю, ребят, ну гранату мне жалко на них тратить. Причем, как вы помните, да? Для каждого монстра есть свои определенные тут виды оружий. Какие-то больше урона наносят, какие-то меньше. Где-то у них есть резист. Поэтому тут все надо вот так вот. Так, углерод и серу добыли. Поехали. Что у нас тут за... Старый робот заметил тебя. Он двигается в твою сторону очень медленно. Очень медленно. Атаковать, наверное, ребята, будем. Может быть, получим что-нибудь полезное. Или уйти. Давайте атаковать. Ё-моё. Ну, я надеюсь, у нас получится его сейчас разобрать, ребят. Так, коррозийная граната, я думаю, в принципе, неплохо должна его срубить. Он же робот. Отлично, хорошо. Ой, бобо. А ну-ка, выкуси. Хорошо, все идет нормуль. Блин, ты достал, надо подхиливаться, ребята. Так. Ага, 25 здоровья есть. Ребята, а он в любом случае погибнет, его коррозия просто сейчас сожрет. Все. Хе, рассыпался. Надеюсь, что-нибудь полезного в нем мы найдем сейчас. Ага. Я-то думал, что-нибудь покруче, а мы обычные минералы. Что-то я сегодня вообще невнимательный. Такой, ну просто ужас. Какой-то очумевший бандит появился прямо перед тобой. А-а-а, Слак назначил награду за твою голову. Он проорал. Да чтоб тебя, ребят, чем дальше в лес, тем больше врагов, я смотрю. Вообще опустить можно. Мне не дают даже шагу шагнуть. И чекпоинт, по-моему, далековато, да, будет уже? Да, будет далековато, ребят. Ой-ой-ой, 13 хп у меня. А у него-то, смотрите, он еще и в защите. Слушайте, очень мало здоровья. Я, смотрите, и горю, и шок на мне висит. Я буду сейчас, ребята, работать просто на отхиливание. Так, щит пока держит. Это есть небольшая возможность мне подлечиться. Ага. Ты посмотри, какой он толстый. Гад. Все. Моя броня исчезла, к сожалению, ребят.
Да когда ж ты погибнешь-то, а? Упырь. Ай-яй-яй-яй-яй. Обезболивающее, ну. Нет, не надо, блин, ну когда же огонь? Огонь-то, в принципе, сейчас спадет через ход. Ну, выживу ли я? У! Чудо, чудо просто какое-то. Я буквально на двух хпшках, ребята, победил его. Ой, давайте-ка слетаем на базу. Так дальше не могу продолжать. Меня аж прям будоражит это все дело. Еле выжили, ребята. А тут, если погибнуть, начинаешь все заново. Да, вот так вот. Добыто в путешествии. Довольно не кисло, я вам скажу. Нам, наверное, все это нужно будет выгрузить обязательно по полочкам. Не забываем, что здесь у нас система крафта есть, для чего мы, в принципе, собираем с вами ресурсы. И, как я вам уже говорил, что любое наше действие отражается полностью на игре в дальнейшем. Если мы кому-то поможем или, наоборот, кого-то оставим, исход будет просто неописуем. Никто не может это предсказать. У этой игры очень много концовок всевозможных. Игра предназначена для несколько раз прохождения, может быть, даже десятки раз. Будут появляться новые герои, новые места, в общем, все дела. Давненько я в нее играл, и вот сейчас что-то мне так захотелось, понимаете? Безнапряжненько так побродить, побегать. Так, отлично. Доступно надо... Вот, вот так вот где-то мы с вами сделаем. И я думаю, что это нам все пригодится, потому что крафта будет здесь очень и очень много. Так, поддержка, это понятно все, конечно. Граната, игнициационная причем, ребята. Военное дело у меня тоже очень слабо. Даже вообще практически не прокачанное. Гаусс-дробовик. Не хватает у меня, ребята, силенок, чтобы его таскать даже. Да, к сожалению. Так, устройство. Ключевые технологии. Максимальное здоровье. Отмычка. Энергетическая дубинка. Так, модуль щита. Вот его, конечно, нам бы надо развить, ребят. Но не хватает. Не хватает у меня очков. Нужно 35 науки, а у меня всего лишь 25. Так, капсул у меня нету. Да и не было никогда. Я еще их, по-моему, не находил. Так, устройство. Хак-вирус. Так, отмычка. Универсальный переводчик. Все, ребят. Мы с вами приобрели все, что нам нужно. И на остальное, к сожалению, по-моему, не хватит. А, нет, могу еще нанобинт, конечно же. Ребят, как же без него я пойду в бой? Чтоб меня там ухлопали? Нет уж, так дело не покатит. Мы должны отхиливаться с вами, поэтому все будет хорошо. Так, ну и не забываем, что пистолеты мне тоже нужно заряжать. У них кончаются заряды. И чтобы мы не попали с вами в неловкую ситуацию, обязательно все нужно заправлять энергетическими зарядами, ну и так далее и тому подобное. Так, экипировка и ресурсы. Пистолет. Вот чертеж есть, ребята, а изготовить пока, к сожалению, не могу. Как это не печально. Так, ну что, вот я выложил, ребята, пистолетик. Пускай он заряжается. Это у нас, по-моему, огненный. Тут один всего заряд. Ёлки-палки. Так, отлично, все, 4 заряда есть. И здесь 5. Я думаю, что на ближайшее время нам этого хватит. Так, электрическая дубинка, энергетическая. У него всего 2 фазы атаки. Ладно, шиш с ним. Давайте все это дело заберем и будем уже потихонечку с вами выдвигаться. Так. Фух, ну давай, давай, быстрее загрузочка, проходи. Ага. Куда-то мы с вами, ребята, подошли. Да ладно. Артефакт предпринял попытку связаться с тобой после долгого молчания. Ты не нужен ей, она древняя и бесполезная. Она не понимает твоей цели, она хочет призвать свой народ. Ты уверен, что это тебе нужно? Заткнись, глупый камень. Ну-ка, как артефакт может со мной разговаривать? Вас становится сильнее. Он не может влиять на меня, так что он тянется к тебе. Не верь его лжи, ответила Ада. Вот меня поставили в такое положение, да? И либо я должен Аде верить, либо артефакту. Вы достигли входа в зал управления горизонтом. Ада провела тебя. Она была твоим союзником. Артефакт продолжает свои попытки соблазнить тебя. Но ты научился не слушать. Мы должны успеть предупредить моих людей о грядущей опасности. Но это возможно. Горизонт был одним из центральных миров нашей империи. Что произойдет с нами, да? Или твои люди могут помочь нам?
Ада продолжала: чем сильнее вас, тем больше он может дотянуться. Он будет искать самого сильного и самого умного. Он превратит его в кровожадное, иррациональное чудовище. Немножко, конечно, ребят, переводик здесь как-то хромает, но уж я буду читать, как написано. Ада рассказала мне план. Мы отправим сигнал моим людям, который должен пробудить их из нулевого сна. Потом мы забаррикадируемся и будем ждать. Ты даже не можешь представить, какие ужасы ожидают нас. Ага. Ада, я что-то тебя уже побаиваюсь. Ада подошла к реактору, который находился посреди зала, и поместила артефакт в одну из выемок. Реактор засветился. Огромная голограмма галактики появилась прямо по центру. Теперь нужно отправить сообщение. Ада набрала последовательность символов в консоль и начала ждать. Вы ждали уже минут 30. Что-то не так. Автоматического сигнала подтверждения не приходит. Там никого нет. Я одна. Ада стояла и глядела на карту. Она была убита горем. А как же народ? Голос раздался в конце зала. Так, так, так. Что тут у нас? Парочка держится за ручки и смотрит на звездное небо. Это был огромный бандит в красном, которого ты видел в кристальных пещерах. Его сопровождала толпа вооруженных людей. Вот тебе здрасте, ребята. Неужели стычка? Ада опустилась на пол. Это конец. Нет смысла дальше действовать. Нет цели. Мое время пришло. Похоже, она сдалась. Ты схватился за свое оружие. Черт подери. Но их было слишком много. Они дрались с безумием в глазах, будто что-то их подгоняло. Вскоре у тебя кончились патроны. Твоя оборона была сломлена. Ты упал на землю прямо напротив Ады. Она взглянула на тебя. Это была честь путешествовать с тобой, человек. Ты похож на моих людей. Вы смотрели друг на друга в последний раз. Ты потерял сознание и вскоре умер с легкой улыбкой на своих устах. Зашибись! Так, твоя судьба. В твоем сердце всегда было место для мистических историй, и ты нашел нечто очень интересное. Тут Ада рассказала тебе о древнем артефакте, который поглощал разум людей. Она просила тебя помочь. Она предупреждала о том, что в противном случае может наступить конец света. Ты не мог устоять. Твое любопытство зашкаливало, и ты остался с ней до конца. И хоть ваша кончина была крайне неприятной, ты точно понимал, что хоть где-то ты сделал правильный выбор. Не везде, но этого уже было достаточно. Тени и звездная пыль. Ключевые наборы. Последовать за соцсигналом, найти артефакт, отнести артефакт на свой корабль. Ну что же, ребята, вот так у меня закончилась первая моя история. Этих историй здесь будет тьма тьмущая, поэтому я не отступлю. Да, конечно, хреновая концовка, ничего не могу сказать. Но можно выбирать другой путь. Вот, ребята, сколько здесь будет концовок. Так, что дальше? Давайте посмотрим, что дальше. Давай, прогружайся, родная. Ты был уверен, что ты умер, но, видимо, это было не так. Ты вернулся в спасательную капсулу, а планета лежала прямо под тобой. Тебя перенесло сквозь время и пространство, и ты помнил все, что произошло. Вот так вот. Ты узнал что-то новое. Эта девушка, инопланетянка, она может быть твоим союзником, но требует найти способ общения с ней, который не приводит к конфликту со всеми остальными. И что теперь? Кислород заканчивался в спасательной капсуле. Горизонт был прямо под тобой. Настало время принять решение. Несколько секунд назад пришло сообщение, просьба о помощи с точными координатами. Это может быть ловушкой или же кто-то действительно в опасности. Ты можешь заняться выполнением основного занятия и найти инфохранилище поколений. С другой стороны, можно начать другой путь. Так, смотрите, вот у нас задание, ребята. Последовать по траектории падения своего корабля, потом... Я даже не знаю, давайте, наверное... За соцсигналом мы уже с вами отправлялись. Можно, конечно, попробовать открыть местоположение информационного хранилища поколений. Но тоже не айс. Давайте, наверное, посередочке возьмем с вами, да, последовать по траектории. Ты врубил двигатели на полную мощность, сжигая остатки топлива. Спасательная капсула устремилась к поверхности, в своем пронизывая атмосферу. Так, ну что же, мы опять, ребята, с вами сделали высадку. Что там? Спасательная капсула приземлилась на вершине горы и скользила вниз несколько сотен метров, пока что-то не остановило ее. Ауч, ты ударился головой. Так, ну что же, давайте, наверное, выглянуть осторожно. Ты тихонько выглянул из своей капсулы, на тот случай, если там кто-то очень опасный. Обнаружен старый робот, наполовину погребенный в песке, он выглядит деактивированным. Но так как я археолог, я думаю, будет, естественно, лучше разобрать его на куски, тем более он сломанный.
Ты захотел отсоединить его голову, чтобы поиграть немного в головобол перед занятием, собственно, археологии. Но как только прикоснулся к нему: «Ты собираешься получить плохое время?» — он воскликнул через свой громкоговоритель. «Так камень кинуть, может быть, в него кинуть лучше отмычку? Вдруг поможет?» Робот остановился и стал анализировать твое последнее действие. «Интеллектуальные способности минимальные, опасность отсутствует», — произнес он и деактивировался. Возвращение домой, часть первая. Ох, ребята. Командир, судя по всему, наш корабль упал в этой зоне. Вердана пробудилась. Сигнал от него довольно слаб, но думаю, его хватит, чтобы проложить путь. Оценить ситуацию, конечно же. Ох, ребята, в пустыне. Жарко нам здесь, по ходу дела. Ты увидел небольшое животное, убегающее от креветок. Командир, мы так и собираемся стоять тут. Давайте займем выгодную позицию и понаблюдаем. Во имя научных интересов. Вердана была слегка кровожадна. Слушайте, я думаю, что нам нужно помочь. И давайте, наверное, начнем атаковать этих креветок. Зомби-креветок даже, скорее всего. Слушайте, они очень хорошо горят, поэтому долго он здесь не допляшется у нас. Он на меня коррозию повесил. Дудки не поможет. Вот так вот. Победа, конечно же, за нами, ребята. Надо как-то улучшать нам здоровье. Незнакомец появился. Вы спасли его. Я так вам благодарен. Вот, возьмите это в награду. Ага, видимо, это было его животное. И нам дали масло и серу. И лом. Зато я был полезный. Я полезный. Это точно. Песок под ногами был раскален до предела. До предела того, сколько вмещали твои ботинки. Так, ты очистил свои ботинки от песка и был готов двигаться дальше. Ничего особенного не произошло. Вообще, ты решил проверить, все ли в порядке на твоей новой базе. Я думаю, что на моей новой базе, ребята, все в порядке, все хорошо. Оружие у меня полностью восстановлено. Так, выгружаем все добытое. Включим радио. Пускай играет. Так, экипировочка. Да нет, в принципе, ребята, все у нас здесь на мази, поэтому нет смысла здесь долго задерживаться. Я же перед той гибелью все абсолютно заряжал. Так, цепная ива. Странное дерево, поразительно устойчиво к огню. А, ну все, ребят, понятно. Давайте заберем керамит этот. Какой отличный денек. Ну пока да, без приключений. Песок под ногами был раскален до предела. До предела, ну понятно, все. Ты очистил ботинки и ничего не произошло. Это я понял, ребята. Это просто у нас был чекпоинт и мы вернулись немножко назад. Так, что у нас тут такое? Ты приостановился для того, чтобы отдохнуть. Одинокий пигмей появился из-за горы. Он махал тебе руками и кричал: эй ты, магнум опус, опус, да, помоги мне толкать его. Похоже, он свихнулся слегка от одиночества. Он от тебя не отставал. Согласиться помочь ему, ребят? Он отвел тебя к какой-то тачке и попросил столкнуть ее с горы. Через несколько минут старания у тебя это удалось. За рулем машины сидел скелет. Пигмей тебе сообщил: спасибо от Макса, держи великий артефакт. Взять гранаты, взять лом, медикаменты. Гранаты, конечно, ребят, я возьму. У них все-таки урон по массове будет. И нам они пригодятся. Они очень дорого стоят, чтобы их делать. У тебя закружилась голова. Было тяжело сосредоточиться. Да елки-палки, а тут откуда ты взялась-то, а? Ледяная креветка. Сейчас сгорит, ребята. У нее 3 хп всего. На! Все, готово. Вот это другой разговор. Что ты нам хорошего, полезного дашь? Ну, не очень хорошо, конечно. Сырая нефть. Так, кровавый телекинет. Забираем медь. Бежим дальше. Ага, нам нужно двигаться по этому проходу, отметила Вердана. Сигнал идет отсюда. Ну, а что нам делать? Конечно, пойдем. Вердана определила зону, в которую, вероятнее всего, приземлился корабль. Дорога ведет через горы. Здесь мы уже, ребята, были. Мы идем по старому пути. Древнее сооружение возвышалось над тобой. Исследовать форт. Я, правда, не помню, что мы с вами выбирали и какие действия делали. Так, метки, значит, здесь, да? Ты тщательно осматриваешь базу, пока не добрался до комнаты с огромной дырой в стене. Через отверстие открывался вид на всю пещеру. Один из обломков твоего корабля. Понятно, ребят, пробил стену. И мы делаем вот так вот. Ты нашел ряд старых криокапсул, широко распахнутых и покрытых пылью. Внутри было пусто. Одна из капсул отличалась. Ага, понял. Ребята, это все можно посмотреть в первой части. В первых частях этой игры там все у меня это есть. Так, опять у нас этот незнакомец появляется. Это ее звать Ада. Ну, привет, красавица.
Помните, как я к ней подъезжал? Ничего хорошего из этого у меня не вышло. Да. Позвольте мне представиться, меня зовут. Так что вот, вот это возьмем. Ладонь девушки звонко шлепнула по лбу. Несколько секунд она просто стояла, потом закинула свое оружие на плечо и развернулась. Следуй за мной, если ты хочешь выбраться. Но, пожалуйста, избавь меня от болтовни. Это она мне так сказала. Так, а мы с вами вот это возьмем. Девушка проигнорировала тебя и стала двигаться. Я осторожно пойду вперед, постарайся не сбиться с пути, сказала она издалека. Ты увидел обломок терминала на земле. Вокруг него валялись тела бандитов и пигмеев. Давайте обследуем. Так, он у нас включился. Ё-моё, это не к добру. Терминал включился. Хорошо. Это была странная встреча. Не похоже, что твой новый компаньон особо разговорчив. С другой стороны, Вердана выглядела слегка обиженной. Она ревновала? Естественно, она ревнует. Ё-моё, искусственный интеллект. Ты увидел чей-то силуэт, но не мог разобрать чей. Обойти странника стороной. Нафиг, нам не нужны сейчас неприятности, ребята. Ты почти достиг противоположную часть пещеры. Дорога вела в руины твоего корабля. Продолжаем, ребят, продолжаем. Мне нужен какой-то новый костюмчик, новая броня. Ты вступил в тень собственного корабля. Он оказался полностью разрушен, корпус был деформирован до неузнаваемости. Твой ковчег нашел свою последнюю гавань, сказала незнакомка. Грустно, но правдивое замечание. Вердана, каков статус корабля? О нет, мой высокочастотный квазичерепной анализатор, посмотри, что случилось, все пропало. Вердана была расстроена, корабль был в полном раздраре. Ему нужен был капитальный ремонт, если бы ты планировал еще когда-то использовать его для полетов. Нужно посетить капитанский мостик, чтобы проверить функционирование модулей корабля. Так, ребят, мы внутри своего корабля. Да тут все в хлам, тут ничего же не поможет. Что ты там делаешь? Это не был очередной вопль Верданы. Опаснее поломанного корабля могла быть только твоя новая компания. Это была группа бандитов, и самый большой из них стоял прямо перед тобой. Ребята, в тот раз они меня и прибили. Так, вот это мы сделаем. Сейчас ты получишь, огрызнулся бандит. Ну ладно. Хорошо. Мы его накажем. Оп, крепкий гаденыш. Так, я на него повесил коррозию, он на меня два шокера. Черт, у меня здоровье. Ага, нет, все-таки мы победим здесь. Мы должны победить. Так, добиваем его нафиг. Все. Победа за нами, хорошо. Остыл, браток. Пускай подумает, полежит. Ты оставил двух бандитов без лидера, и они были сильно озадачены. Что нам теперь делать? Спросил один другого. Я, наверное, выберу первый вариант ответа, стоять на месте и не давать им время поразмыслить. Ну это самое! Давай сделаем то, ради чего мы сюда приперлись! Крикнул один из бандитов и напал на тебя. Опять стычка! Ё-моё, у меня здоровья-то мало! Оу, щет! Нет! Нет, 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 только не это! Ну как же так? Ну ё-моё, вот ты встретил, блин, свою судьбу. Вообще быстро, все, ребята, быстро пролетело. Я никак не ожидал, что меня здесь очень быстро прихлопнут. Ладно, хорошо. Давайте выбор свой, блин, опять делать. Так, у нас уже две части открылось. Ну что, наверное, я, блин, последовать за... Давай, наверное, вот это вот, засосом пойдем. Так, короче, мы включаем движки свои и опять высаживаемся на этой планете. Да, ребята, ничего не поделаешь. Вот так вот приходится раз за разом все это проходить, пока не найдешь самый оптимальный вариант. Ну, если бы у меня, конечно, бы там здоровье не закончилось бы, мы бы, конечно, бы с вами бы прошли бы дальше. Так, выбираемся, короче, мы с вами из капсулы. И на нас, как обычно, нападает креветка. Прогнать. Мерзкое создание. Слушайте, оно не захотело со мной дружить. Ну что, будем защищаться или же меня так просто не возьмешь? Да, я думаю, что нам лучше интеллект себе повысить. Он нам пригодится. Ох, креветка, креветка, как ты меня достала, а? Слушайте, огонь на нее хреновенько действует, если честно. Вот, вот это вот поэффективнее коррозийная пушка. Бом! Все, креветочка отдыхает.
черт, ну ладно, мы сейчас, ребята, до того момента должны, в принципе, дойти быстро, если, конечно, чего-нибудь здесь не поменяется. Так, шанс передохнуть у меня, да? Подобрать ресурсы и продолжить путешествие, конечно же. Благие намерения, часть первая. Ну что ж, друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, пишите в комментариях, и мы обязательно продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока.